Everyone in town loves my tight pants. I got my tight pants. I got my tight pants on. People wouldn't lie about my tight pants. I got my tight pants. I got my tight pants on. I can dance real low. I can dance real high. I can sleep real well. Know that I'm the only guy that's wearing tight pants. And I'm the only one. Hey! Hey, slow down there, old friend. Здравствуйте. Говорят, что вы живете на Приморской. Ну, так и есть, да. Расскажите нам про ваш район. Ну, Примстон, Приморская, мы его называем Примстон или Прима. Это вообще самый лучший район города, потому что у нас рядом море, и есть у каждого жителя Примстона подводные дикие катера, на которых можно выходить в море и ловить рыбу. Так как остров, особенно летом, бывает отсоединен из-за мостов от остального материка, бывают проблемы с продовольствиями, поэтому мы выходим в море и как древние поморы на своих ладьях, но суперсовременных и подводных, мы ловим рыбу, чтобы прокормить себя, чтобы прокормить своих жен, своих детей, и иметь возможность купить масло для бороды. Это очень важно. У нас пытались построить театр Пугачевой, но у нее нет бороды, поэтому проект отклонили. Вот, вообще, это очень нехорошо пытаться сделать что-то на Приме, если у тебя нет бороды. Вот, у нас есть порт, куда приходят суда из Финляндии, Швеции, Норвегии, Никарагуа и Папуа-Новой Гвинеи. Вот, поэтому самые лучшие чики только у нас, только на Примстоне. Но вы к нам не попадете из-за того, что остров окружен водой, вот, и мосты разводятся. Но в будущем у нас есть план по удалению мостов из города. Чтобы сохранить облик города, мы просто поднимем их немного в воздух, но остров будет автономным, то есть вы не сможете к нам добраться, если вы не из Примстона. Арсений! Да? Он победитель звуков, смотрите, что он делает. Тут пытается установить свой рекордер. Вот в эту звуковую трубу, дабы записать идеально скомпрессированный трубой сигнал бульканья. В незаконной зоне! За нами, может быть, уже выехали. Арсений, комментируйте эту ситуацию. Пока вот тот чувак на супер-гидроцикле с мигалками не застал нас врасплох. У него пушка. Окей, нам нужно записать еще хотя бы пару секунд. Это чистые 220 Гц, а может даже ниже с этого просто 220 улетают. Герц — это нота ля. Да, да, это ля, ля, чистая ля. Ты знаешь, сколько стоит сейчас на черном рынке нота ля? И сколько? Я знаю. 300 баксов за одну секунду звука. А за сосок? Кол не схватить. Когти ленивца. Это когти ленивца. Их два, но они мощны, как никогда. Ленивцы могут спать по 48 часов в сутки. Плевать, что в сутках 24 часа. Они преодолевают пространство и время своей безграничной ленью. I'm the only.